это молодость и юность. Тренди, графичные стрелы, а все остальное индивидуально. Теплые шоколадные оттенки, все естественно и натурально. Такой вот must-have, который должен быть в сумочке. Бывает, что выпускные вечера больше похожи на дефиле на красной ковровой дорожке, а не на первый бал молодых людей, которые прощаются с детством. Но тем не менее, запрещать выпускникам самовыражаться с помощью одежды, в том числе и торжественной, занятие бесполезное. Лучше вместо этого лишний раз пересмотреть тенденции сезона, а заодно и послушать модных экспертов. Выпускной тренд на сегодняшний день – это молодость и юность. А все остальное индивидуально. То есть образы мы не перегружаем и там одеждой, и прической, и, естественно, макияжем тоже. И вообще естественность. То есть хотите прямые волосы, значит прямые. Хотите косичка, значит косичка. Mm-hmm. Все естественно и натурально. Конечно, нет смысла делать совсем макияж без макияжа, но все-таки, то есть мы же говорим о подростках, у них в любом случае может быть проблемная кожа, то есть мы делаем тон, но без сильных утрированных макияжей, да, без жесткого контуринга. Сейчас в тренде графичные стрелы. То есть стрелы мы можем делать спокойно, они могут быть цветными, они могут быть даже неоновыми. Это будет очень здорово. Если платье лаконичное, то можно сделать какое-то плетение и украсить цветами. Теплые шоколадные оттенки, все оттенки бронзы, они всегда в тренде, они всегда смотрятся очень здорово на любом возрасте. Естественно, акцент делаем на глаза, делаем на губы, чтобы они были максимально там приглушенными. Но даже если это яркий цвет, то он как будто бы вот вбитый в губы. И еще один лайфхак от специалиста. Что обязательно должно лежать в сумочке выпускницы? Помощь, это обязательно матирующие салфетки должны быть в сумочке, легкий блеск для губ и пудра, чтобы припудрить лицо уже в течение дня. То есть это такой вот must-have, который должен быть в сумочке и поправлять макияж в течение вечера. О мужской моде в контексте выпускных либо говорят мало, либо совсем почти не говорят. Но это не означает, что для ребят не важен их внешний вид. Что касается парней-выпускников, я бы рекомендовала им сделать качественную стильную стрижку. Она вытянет любой образ и станет эффектным дополнением. В идеале приходить в одно место, где полностью соберут от и до и стилист по волосам, и визажист, потому что в первую очередь это командная работа, это образ в целом, потому что если у нас будет прическа одна в одной стилистике, макияж другой, а одежда в третьей, ну, естественно, это все распадется, весь образ в целом. Всем выпускникам я желаю хорошего праздничного настроения, легкости и удачи в жизни.